Здорово, Маржа, с вами Платон, и это Суши Кэт. Я уверен, что это игрушки лет 5, но, блин, почему бы в нее не поиграть? Тут котики, тут милота, тут все мимимишно. В конце концов, это японская игра, а мы знаем, какие японские игры, потому го. Вернее, не японская, а корейская. Ну, я думаю, по иероглифам вы уже поняли, что будет тут интересно. Пошли. Кстати, а что они значат? Может, Суши Кэт на, вот это, на японском? Так, мы видим. Так прыгает он прикольно. Так он заметил игрушку какую-то. А он не может это пройти. Дверь. Почему? Мощь надо набрать, чтобы вот это в дверь пройти. Ну, окей. Кстати, сразу там, вот, да, там дырек, окей. Кстати, вот я когда скачивала эту игру, то написано, что типа она была разработана для более старой версии Android. И, короче, я, ну, там был, предложили полный экран сделать. Ну, вот я и сделал. Там, во многих, кстати, играх так. Ты чё в одно и то же место? А в другое что-то. Так. Вот это так прикольно, вот этот живот у кота восполняется. Прикольно. А, не, наоборот, хорошо. Да, сюда. Все, полный живот. Но нам надо это... еще вот эту... чтобы все суши уже скушать. Ну, это первый уровень, я думаю, тут понятно, что все будет легко. Во, суши Френзи. Я не знаю, что значит Френзи. Ну, ладно. Кстати, у меня кота, я помню... Кстати, я еще... Я понял кое-что. Смотри, тут суши пишутся сусхи. Вначале тут сас. Значит, этот Суши Кэт этого Амогус. Поняли? Манеки Нека. Что-то дабл. Вот какой-то бонус. Не знаю. Я помню, тут еще какие-то золотые вроде вот эти рыбки есть. Не рыбки, суши. Не знаю. Кстати, я вот забыл сказать... О, нет, суши. Я, кстати, еще забыл сказать, что, типа, сори, что не было как-то давно таких видео, типа, с геймплеем просто. Ну что, типа, чтоб я общался, играл, а тут, тут одни всякие приколы, типа, трейд-обмен с подругами, или видео, там, вот это, от Рики Карекс Пургей, что такое. О, тинья, вот это... Мне, кстати, сам вот этот трек, мы, кстати, не прошли, сам трек Expurgation очень нравится, он прям классный. Вот я помню, когда я его впервые слушал, мне действительно странным показывался. Ну, реально. Показался. Такой трек, там, не знаю, привычный. Еще видел я мод, вот, на трике, там, Сквидвард, типа. Не, ну я помню, мне очень нравился вот этот прикол, что трики, это вот этот Сквидвард, это трики. Но, а тут целый мод сделали, качественный причем. Я, кстати, я испугался, вот когда была катсцена к третьей песне, ну, в этом моде, где Сквидвард. Блин! Одну сушу только. Давай. Yes. Так, все, последний ход. Я думаю, мы все равно проиграем. Да куда ты? Я... Да, ладно. Хотя бы первые два уровня пройдем, а то как-то... Давай, давай. Ну ладно. Ну забери суши, нормально. Вот этот Манека Кэт, или как он там называется? Манеки.
это может не японская, это китайская, да, это китайская. Потому что вот знаете, вот эти вот котики, вот эти манеки. Вот знаете, вот помните второй бонус в Alive? На 6-й версии Инкредибокса. Там как раз таки вот такие котики и были. А как мы знаем, вот это Alive, это Китай. Ну вот. Может, тут две тайны разгадали, что, короче, Суши Кэт это Амогус и Инкредибокс. А есть мод на Инкредибокс с Амогусом? Я не знаю. Да давай суши собирай. Блин. Кстати, у вас какое любимое суши? Хотя я даже суши не ем, я роллы ем. Не помню, я ел суши или нет? Ну, тут такие, они все улыбаются, там, вот эти суши, прикольно. Всегда роллы суши, вот суши и роллы всегда путаю. Да, я роллы ем. Мой любимый ролл это Филадельфия, вот это, с этим, с этой рыбкой. Прямо хорошо было. Имя вкусно. Давай! Yes! Взяли вот это манеки Нека. Нека. Да блин, ну куда ты? Давай, я думал 200 хотя бы. А у меня и так живот полный, блин. Да все, это полный живот. Конечно, мы не все суши это собрали, но у нас и так полный живот, нормально. 9 бонусных суши? А чё бонусных? Я думал, обычные тут только. Yes, еще в 200 попали. 8000, хорош. Суши Френди. Сусхи. Окей. Я не знаю, на сколько минут будет видосик, но я думаю, на 15 как минимум. Ух ты, это бонусный, что ли, уровень? Или третий? Я не думал, что бонусный, я думал... О, прикольный, кстати, уровень. Нет, это третий уровень. Жирный кот. А, тут еще будет, ну, толстый. Тут еще будет показываться, какой именно кот получился. Типа, жирный, толстый, heavy. Блин, вот я много раз это слово слышал. Это тоже что-то толстый. Да, heavy. То ли тяжелый. Вроде тяжелый. Снова флэт. А, тут главное, масса не сохраняется еще. Тут каждый раз этот... А, все? Фулл Белли? Так это не фулл Белли. Да как-то обманывают. Блин. Вот как эти суши забрать? Давай, опа. Давай, забирай. Блин. Я хочу рассказать... Ну, я думаю, нечего сейчас рассказывать, поэтому хочу рассказать про то, что... Вот я помню, как минимум, ну, недели две назад, вот, был на стриме у Russian Incredibokser, а там, короче, было... Ну, там мод, короче, делал с Хэнком, и такие звуки были божественные. Жаль, что я не сохранил. Вот я хотел нарезку сделать, там он еще говорил, что я веселый, как Ивангай, ну... Вообще классно. Ой, блин. Не, ну реально, тут такие милые вот такие суши. Все улыбаются тут. А кот их ест, живых суш. Вот я помню, короче, вот знаете, по телеку уж показывают, типа, синий трактор. Ну, это, короче, детские там песни. Это, типа, мультик. И там, короче, что-то было про ягоды. Типа, ягодки, ягодки. Ам-ням-ням-ням-ням. И, короче, там тоже ягоды были живые. И вот я сначала вот какие-то теории строил, а потом он прямо в кадре их съел. Все еще голодный. Да почему голодный? Он такой, он же радостный. Ну, ладно. Так. Кстати, если хотите следующую часть, то пишите в комментариях, я обязательно сделаю. Прямо у меня будет этот порыв творчества.
Буду на YouTube куча летсплеев делать. И я думаю, превьюшки получше делать, потому что что-то надо менять в моих превьюшках. Ну, во-первых, я думаю, поменяй этот дурацкий фон с космосом, а то как-то не знаю. Я вообще его там делал для прикола, там все свои... Я помню, для чего мне этот фон нужен был. Там все свои PNG-шки, знаете, типа Динамайк, там кто у меня, Атланта какая-нибудь. Ну, типа того. Кто у меня еще? Анонимус там. Я... Да куда ты? Ну, еще... Одно только суши, ну. Давай ты хотя бы в 200 залети, ну. Не надо. В 200 залети. Как бы залететь это типа забеременеть, типа. Знаете, беременна в 16, этот беременен в 200. Хотя я уже фигню начал говорить. Видео только на 11 минуте. Я уже говорил, что видео как минимум 15 будет. Ну, будет как минимум 15. Я думаю, к 15 минуте этот уровень пройду. Но я не имею в виду, что именно на 15 минуте я этот уровень пройду. Нет. Ну, 15 уровень... 15 минуте этот уровень уже должен... Yes. Должен быть уже пройден. Хотя бы на 13-й... Прикалывает меня какой-то кот такой жирненький, прикольный, такой будто мнется там. Я так это описать. Видите, как он плющится. Давай. Опа! Давай! Нет! Куда ты? Блин! А чё нет суши? Разве ничего не взял? Финальный кот. А чё сюда нет? Давай, yes, все, это полный живот, да? Это полный живот? Я надеюсь, это полный живот. Не, ну вроде бы это реально полный живот. Да почему он с язычком? Да блин. Не, к 13-й... Это что было? А что это? Двигайся. У меня игра зависла. Во. Так и надо. Но игра зависла, не знаю. Типа кнопка паузы работает. У меня там экран перевернулся. Короче, я котом не мог двигать. Давай сотку. Ладно. Теперь сюда. Я думаю, лучше по углам, потому что... по углам я точно, ну, в начале я имею в виду, точно хотя бы 5 суш соберу. Так. А сколько сейчас собрал? Блин. Имею в виду на этом заходе. Не заходит, блин, ну. Блин, язык-то... На третьем закиде, на этом закиде. Ну, мы с кота как бы бросаем эти суши. Да? Yes, полный животик. Все, бонусные суши остались. А когда... Почему мне вот этот манеки-нека вот этот не попадается снова? Я помню, там золотые суши были. Кстати, вот... Я, кстати, вот по этой игре смотрел у Фроста, как я помню. Ну, я, конечно, именно его новые ролики не смотрю уже давно как-то. Старые только пересматриваю, если честно. А, вот так крутиться будут? Ух ты, прикольно. И еще сотку. Вообще класс. Они до сих... Вот. Классно, а? Ну, реально, такие мордочки тут прикольные. Кстати, да, к 15 минуте я все-таки тот... Ну, блин, как-то не очень. К 15 минуте все-таки я тот уровень прошел. Кстати, вот эта игра нас и математике учит, потому что, допустим, мы 6 суши собрали, и мы умножаем на 25.
Не знаю. И типа мы... Я снова чушь несу. Такие не чушь, как бы понятно. Но все равно... кажется... Да как раз насчет математики, я помню, вот я вчера вроде нашел ролик, типа от нуля до абсолютной бесконечности. Я там, короче, ролик 40 минут длится. Я его там на скорость x2 поставил, потому что... ничего, потому что как-то я думаю долго смотреть. Честно, уже после... Честно, максимум, что я знаю, это... на медом, ну как-то, блин, ну самое максимальное число, которое я знаю, это бесконечность, понятное дело, хотя, ну я там смотрел, помню, какие-то видосы, там вот это про альф, нуль, омега, помню, но абсолютная бесконечность я не помню сейчас, во, продолжение. А кто? А в смысле, а кто увез? Юань тут? Нормально. Такие розы прикольные. Ух ты. Такие розы прикольные, ну блин. Ух ты, тут какая-то специальная суфа появилась. Давайте вставаем. Давай, yes, это цунами ролл, да? Да блин, или что? Сейчас этот цунами ролл не работает. Да блин, ну вот этот цунами надо поставить в начало самое. Ну это вот когда вот я вот сейчас прыгаю. Потому что в конце как-то не очень сильно. Вот, а, все, полный животик. Ну, потому что в конце не так много сух, так сказать. Не думаю, что я сейчас что-то возьму, ну попробуем. Давай! А могут. Так. Это какой сейчас уровень будет? Сейчас какой уровень будет, я не пойму. Шестой или пятый? Ты чё? Видите, как его жмухнуло тогда? Капец. О, хорошо. Ух ты. Это вообще большой хэт, да? Экстрим хэт. Да, это капец. Но я думаю, сначала лучше всего бросать вот в эту жмыхалку, как говорится. Я так сказал. Типа, это уже фраза велика. А это что, типа домик какой-то или что? А еще бонус нет. Давай, я хочу вот эти суши забрать. Ну хоть одну. Ну хоть еще одну. Давай. Ладно. Так прохладно. Да почему? Мне что, все надо забрать или что? Да я не могу ничего забрать. Мяу. Понят, суши, мяу. Че мяу? Ну. Кстати, тупой вопрос, почему мяу? Мы как бы за котика играем. Давай! И там не цунами, или там тоунами. Не знаю, честно, тут быстро это пролетает. Не, что быстро пролетает, это я вот смотрел видос там, типа с головоломкой, ну не головоломкой, с фокусом. Там, короче, типа пират достает шпагу, и там, блин, типа отрезает, так сказать. Это мы типа втыкаем либо зубочистку, вот там дырка есть рядом, и вот мы втыкаем либо зубочистку там, либо колючек вставляем там есть специальный. И там, короче, вот это срезает пират, как бы, а зубочистка, ну, как бы шпага проходит через зубочистку или там ключик,
Ну а зубочистка или ключик остаются целыми. Либо прикол, что прям очень быстро вот эта шпага облетает вокруг вот этого, вот этой коробочки, так сказать, бутерат. Ну, типа, видео надо показывать, так-то непонятно. Ну, я как смог, так объяснил. Вы знаете, как я объясняю? Давай. Это, вот я думаю, это будет последний уровень на сегодня. Если вы хотите, мы еще пройдем. Я думаю, я обязательно что-то пройду. Все. Полный животик. А вот это, как он называется, цунами ролл, это тоже засуха считается? Не знаю. Да. То знаете, вот эти, это что, телефоны типа, да? Где-то летают, да? Не знаю. Ну, я думаю, на сегодня достаточно. На сегодня пока что достаточно, я думаю. Ну вот, тут катсцена когда будет? А, скоро, кстати. Нам надо как бы пройти 9-й и 10-й уровень, потом катсцена. А, кстати, игрушка-то короткая. Вроде есть вторая часть, но я не знаю, есть ли она на телефонах. Ну, я потом гляну. Нам надо сначала первую, конечно же, пройти. Если хотите, чтобы я дальше прошел, то, ну, уже миллиард раз это говорил. Что, типа, поставьте лайк и напишите комментарий, и подпишитесь. Не люблю выпрашивать лайки и подписки. Я не выпрашиваю, тем более. Это только по вашему выбору. Если вам понравилось и если вам в целом нравится мой контент. Контент у меня разный. Ну, в принципе, вот. С вами был Платон. Пока, моржи.